Всем привет! Сегодня мы снимаем видео вместе с Хлоечкой. Сейчас я нахожусь на улице. На улице достаточно прохладно, поэтому Хлоечка одета тепло. Я убрала отсюда крышу от этой люльки, и теперь просто здесь люлька без крыши. И крыша — это крыша от коляски, получается. Потому что две крыши — это как-то слишком накладно смотрится и некрасиво. Но в любом случае я могу прикрепить крышу, поскольку вот это вот я приклеила липучки. И здесь вот Хлоечка лежит. Я, наверное, сейчас укрою, потому что мы выходили где-то в часиков 6. Уже стало достаточно прохладно. Сейчас я заполняла свой антистресс-ежедневник. Вот. Правда, я очень мало заполнила. Вот тут еще начала, как бы неделю я заполнять еще не стала, потому что пока. Потому что сейчас пока еще не хочу этим заниматься. Вот, Милана здесь. Всем привет. Милана тоже что-то сидит, рисует. И сейчас я сделаю Хлоечке смесь. Бутылочка с теплой водичкой. И вот тут наша смесь. И сейчас я кормлю Хлою. И кто хочет обзор на Хлоечку, пишите в комментарии, поскольку Хлоечку я перерасписывала. Она с новой росписью и достаточно уже давно, как может, ну месяца еще нет, может недели три. Вот, кстати, наша колясочка, вот так вот она выглядит. Ну, а Хлоечка продолжает кушать. А еще, кстати, хотела вам рассказать про вот эту вот штучку. У нее здесь есть такие вот липучечки, они за все цепляются. И я решила, что вот здесь как бы они мягкие, чтобы как бы Хлоечка не поранилась. Если они были бы острые, это было бы опасно. Так вот, их можно вот так вот закреплять, и получается очень удобно. Сейчас мы сходим куда-нибудь прогуляемся. Я думаю, что Хлоечке пора одеть капюшончик, поскольку шапочка у нее достаточно тонкая. И мы пойдем уже домой. Сегодня я не буду слишком долго снимать. Я вообще не знаю, на какую тему вы бы хотели видеть видео. Напишите про это в комментарии, пожалуйста. Я рассмотрю все варианты. И которые мне понравятся, я, конечно же, засниму. Время у нас уже почти 10. Мы кофточку одели от нашего спортивного костюмчика. А ползуночки у нас... там, по-моему, не ползуночки. У нас тут одеты штанишки розовенькие вот такие.